Є плацієць, власне, закону, є постачальник, і ми поставляємо до границі з домом теплову енергію. І то, що сказав Олександр Чинсанович, і то, що ви сказали, це тепло не услуга, ми услугу не виробляємо. І ми 2 роки працювали. Ми поставщики, услуга появляється вот, внутрі дома. Давайте вернемся к тому, где появляется услуга. Поэтому я и говорю, что есть два подхода. Есть подход четкий, да? Есть потребитель, он есть, как бы мы не хотели, он есть. Есть лицо потребитель. В каком оно виде? Юридическое лицо, физическое лицо, это вопрос что? Есть услуга, которую предоставляют. Есть желание систематизировать эту услугу. Это правильный подход? Абсолютно правильный. Правильно. И вопрос, на который я вам задал, вы мне тоже ответили. Может ли служба ремонта ситуация отдельно? Может. А раз вы говорите, что она может вот, значит, финансово, экономически ситуация отдельно, то она и реформированию подлежит. Но я не хочу, чтобы мы сейчас на эту тему говорили. Мы влезли с вами в дебри, в которых это чисто специфическая работа. Ей нельзя сейчас заниматься, да еще в таком хураде. Есть принципиальный подход. Да, нет. Он правильный, он правильный. Мы сейчас должны принять концептуально, да, это подходит. А вот то, сколько будет мастеров, сколько будет дворников, кто будет эту услугу выполнять, за какие деньги и как, это уже система работы. Надо садиться и работать над этим вопросом. Ну и все. И все встанет на свои места, Сергей Владимирович.